Вот, посмотрите. Самый умный гусь. Как сюда попал, непонятно. Все бегают с этой стороны, а этот потерялся. Теперь пикает. Что надо? А? Маленький, ну что надо-то? Смотрите, хочет пройти туда, но везде толкает голову свою. Ух ты, ой, ты что, испугался, что ли? Ну, а я ведь знаю, где ты пролез, знаю. Но теперь вот бегать будешь, кричать. Угу. Мне вот посмотреть интересно. Ну-ну. Раз. Где-то не видно там голову. Ну-ну-ну. Ну-ну. Ну. Куда собрался бежать? Ой, придется мне обуваться и гнать его. Ну-ну. Ищешь. Ты разве здесь пришел? А? Ну, сейчас обуюсь. А за одним похвастаюсь. Посмотрите, сегодня пол Толя доделал. Все. Вот, видите, как будет ровненько все. Ну, это вот заборчик поставили. Вот этот пока от гусей. И вот такой будет. Широкая такая террасочка будет. И вот я говорила же, что вот тут вот, вот там вот так будет ниша как бы. Ну и полочки. Так, ладно, сейчас пойдем мы гнать. Вот смотри, все поперевернул мне здесь. Ой, ой, куда полез, куда полез? Тега, 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 пошли, тега. Тега, иди сюда скорее, тега, тега. Тега, иди сюда. А бестолковый, он их видит, и он не пойдет. Хоть его как зови, хоть как. Давай. Давай, милок, давай. Что, запнешься? Ну-ну-ну, куда смотришь? Ну, сейчас прям. Ну, совсем сдурел. Ага, и так уже все крыльцо каждую ночь топчетесь. Вот, давай, беги. Ой, ура, ура, ура. Ура. Тебя ждут там. Тебя там ждут. Ну что, остановился. Давай, 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 давай. Ой, даже думала про волка. Давай, давай, давай. Ну вот, все твои друзья и подружки. Ну, сразу успокоился, видите. О, какой-то звук такой интересный издают они. Смотрите, как интересно сидят, как воробьи. Как воробьи, не поймешь, кто где. Ну что, нашел своих, да? Нашел радостный. А? Радостный. Набегался. Как туда попал, скажи. О, пошел, деловой. Собрались все в одном углу. Они сегодня так Фимочкиных деток тюкали. Там вот в маленьком огороде. Что Толя даже закрыл ворота здесь. И их всех выгнал оттуда. Напали на Фимочку. А что такое? Что случилось? Гуси растут вообще непонятно кто, чьи. О, как делать умеет красиво. О, Господи. На улице холодно, и вчера дождь, и сегодня утром дождь был. Каждый день дождь, и дождь начался.
Угу. Вот помаленьку видно, кто есть кто. Это вот, это кто? А кто это? Это инкубаторские. А хвост, вот я говорила. Вот, кривой у одного. Сейчас мы увидим. По-моему, вот у этого. Ну, идите, идите. Ну, иди, я посмотрю на тебя сзади. Нет, вроде не кривой. Нет, не знаю. В общем, где-то у кого-то есть кривой хвост. А вот Матильда наша. Вот она, Гоша впереди идет. А Матильда сзади, вот. Вот, вот, вот. Вот наши красавцы. Вот они. Так, а это кто? Но это сама гусыня из шалаша первая. За ней гусак белый. И вот трое деток. Вот они, красавцы наши. Правда, такие хорошенькие. Угу. А Фимочки, значит, нету здесь. Ну ладно, она, наверное, в том огородике маленьком. Уголь привезли вчера. Толя уже половину скидал. В этом году мы брали всего 4 тонны. Решили, что нам хватит. Вот половину углярки накидал. Ремонтантная клубника. Краснеет даже в холод. Представляете? Вон ягодки. Она уже не такая. О, видите, какие ягоды крупные даже есть. Гуси все ее объели. Все равно, знаете, 3 ягодки, а приятно съесть. И вот посмотрите, какой у нас стал папоротник. Желтый. Желтый-желтый. А вот Фимочка появилась у нас из огородика. Из маленького. Довольная. Пошли, пошли.